социальных сетях 13 июля начали появляться любительские видеоролики разлива топлива в бухте Нагаева в районе Марчикана. В основном нефтяная пленка на поверхности воды расположена вокруг затонувших судов, часть из которых в настоящее время разрезают на металлолом согласно инициативе правительства Магаданской области. Ранее Росимущество передало эти суда в собственность Магаданской области. 13 июля 2021 года стали поступать обращения граждан о наличии нефтепродуктов в акватории Охотского моря. По данному факту, отделом по надзору на море Дальневосточного управления Росприроднадзора были организованы проверочные мероприятия. Был совершен выезд в прибрежную полосу Охотского моря, обследована территория. В настоящее время устанавливаются возможные причины появления нефтепродуктов в акватории, а также лица, ответственные за совершение данного правонарушения. В настоящее время проверочные мероприятия поставлены природоохранной прокуратурой по поручению прокурора Магаданской области на контроль. Будет дана оценка действиям ответственных лиц. На данный момент источник загрязнения моря не установлен, несмотря на проведенный осмотр специалистами как самих судов, находящихся поблизости, так и прибрежной полосы. Вечерний Магадан будет следить за развитием ситуации. С 14 июля группа контроля за исполнением мер по снижению риска коронавирусной инфекции провела рейд по трем магазинам города. В группу контроля также входит сотрудник полиции, который уполномочен составлением протоколов в случае каких-либо нарушений. За несоблюдение правил поведения и порядка во время третьей коронавирусной волны можно получить предупреждение или штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В соответствии с графиком, который каждый месяц утверждает мэр областного центра Юрий Гришан, сегодня посетили магазин «Стройдом», который находится по адресу Кольцевая, 15, корпус 2, магазин «Хороший», Кольцевая, 52А, и магазин «Продукты», Кольцевая, 64А. Все эти требования, которые Роспотребнадзор установил для таких объектов, вот мы проверяем вполне масочного режима, нанесение социальной разметки, каким образом осуществляется термометрия работников, входной контроль, то есть как это ведется, журналы эти, каким образом осуществляется влажная уборка, как предписано там два раза в течение дня, допустим, как минимум и после смены. То есть наличие дезинфицирующих средств, у них запасы, чтобы были установлены Роспотребнадзором, то есть не менее чем на 5 дней. Наличие масок, перчаток для персонала. Во время сегодняшнего рейдового мероприятия не было установлено каких-либо нарушений. Сотрудники во всех магазинах ведут ежедневные графики влажной и общей уборки, журналы температурного контроля, у входа в помещение расположены антисептические гели и напоминание о необходимости соблюдения дистанции. Маски, перчатки, средства. Все отлично. Утилизацию масок как проводите? У нас ведро, два пакетика и ведро. Также за прошедшие полгода было проверено около 200 объектов, и в основном серьезных нарушений не обнаружено, и протоколы не составлялись. Были мелкие недочеты, но их либо моментально устраняли в ходе проверки, либо через небольшой промежуток времени. В этом году в областном центре впервые запускается проект по набору в медицинский класс при поддержке правительства Магаданской области, первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Министерства образования региона. Данный класс будет находиться в 14-й школе по улице Карла Маркса, 68В. Цель этого класса – подготовить детей к поступлению в высшее учебное учреждение для того, чтобы в дальнейшем они посвятили свою жизнь медицине. Вступительные испытания будут проводиться в форме онлайн-тестирования по биологии и химии на сайте МПГУ имени Сеченова. Уже сейчас родители могут приносить необходимые документы для зачисления в приемную школу и ожидать начала тестирования. По словам директора школы, будущая учебная программа очень интересная. Занятия будут проходить не только на базе школы, но и в различных практических лабораториях кванториума. Есть договоренность с преподавателями Северо-Восточного государственного университета для того, чтобы в этом классе велся латинский язык. Учителя, которые будут вести биологию, химию, физику, пройдут стажировку при университете Сеченова.
Сейчас в 14-й школе рабочие активно подготавливают кабинеты химии и биологии, чтобы придать им свежий вид и обновить их для будущих профильных классов. Кроме медицинского класса, школа также набирает гвардейский класс при поддержке Росгвардии и Федерального центра «Одаренные дети». В этот класс будут приниматься дети, которые хорошо учатся и имеют положительные характеристики, а также не имеющие ограничения по здоровью. Внеурочная деятельность в этом классе будет посвящена строевой подготовке, изучению устава, посещению стрельб и рукопашному бою. Для того, чтобы поступить в этот класс, не имеет значения пол ребенка. То есть там смогут учиться как мальчики, так и девочки. Самое главное, что для медицинского класса, что и для гвардейского класса, это желание. Желание посвятить свою жизнь медицине, либо вот во втором случае гвардейскому классу посвятить себя либо службе в правоохранительных органах, в прокуратуре, в следственном комитете, на госслужбе. Вот такой интересный, такие интересные у нас проекты. 14 июля воспитанники детско-юношеского центра отправятся во Всероссийский лагерь «Океан» на смену «Дети мира». При поддержке Министерства образования по Магаданской области и связям с общественностью мэрии областного центра. Благодаря поручению губернатора региона дорога полностью оплачивается за счет областного бюджета. До аэропорта в поселке Сокол дети добираются своим ходом с родителями, но далее их встречает сотрудник детско-юношеского центра, который впоследствии будет сопровождать их до окончания поездки и нести полную ответственность за их жизни. В рамках данной смены у детей будет возможность принять участие в различных спортивных мероприятиях, творческих конкурсах. Там будет фестиваль международный проходить. Также, ну, естественно, купание в бассейне, возможно, даже в море. То есть дети получили уникальную возможность отдохнуть за пределами Магаданской области. Всего в лагерь отправятся 13 ребят от 12 до 17 лет с 5 различных центров – «Чайка», «Эдельвейс», «Братина», «Продвижение», «Исток». Там дети занимаются в различных кружках, секциях и принимают участие во многих всероссийских конкурсах. Поэтому отправить в океан решили именно тех детей, у которых были наилучшие достижения и успехи. Также в этот лагерь нельзя ездить более одного раза в год, поэтому это тоже сыграло свою роль в конечном выборе. Но тем, кто не попал на эту смену, не стоит расстраиваться, потому что до конца года у детей еще появится возможность отправиться в океан, все так же за счет областного бюджета. Главное – стараться хорошо показывать себя на различных спортивных и творческих конкурсах. Магадан отмечает свой день рождения. С этим событием город-побратим Шаньяшань поздравил жителей областного центра. В 2013 году главы городов подписали соглашение о побратимских отношениях. Шаньяшань и Магадан всегда сотрудничают. Например, в тяжелом 2020 году оказывали друг другу гуманитарную помощь, отправляли средства индивидуальной защиты. Также и Магадан, и Шаньяшань всегда поздравляют побратима с памятными датами. День города не стал исключением.马家丹市建市82周年之际，我代表中国双鸭山市政府，祝马家丹市繁荣昌盛，人民幸福安康，祝两市的友谊地久天长，佛孝哈拉索。 В Магадане завершается прием заявок на конкурс «Северное соцветие 2021». Проводят его в областном центре с 2015 года. Подать заявку можно до 15 июля. Принять участие могут как горожане, так и организации. Сейчас больше всего обращений на номинации «Цветущий двор», «Придомовая территория» и «Дети. Цветы жизни». Территория около дошкольных учебных заведений. Победителей в каждой номинации ждет денежный приз. Какова же главная цель конкурса? Главная цель конкурса – привлекать жителей города к озеленению территории для того, чтобы наша среда городская была более комфортной, развивать и привлекать людей к ландшафтному дизайну.
проведут смотр-конкурс в три этапа: прием заявок на участие, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территории, определение и награждение победителей. Заявки на участие принимаются до 15 июля в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана по адресу: улица Горького, дом 16, кабинет 407, кабинет 411.